Чебоксарах продолжают с пользой утилизировать праздничные елки. Их можно сдать в зооуголки. Деревья пойдут на корм копытным животным. Это распространенная практика для зоопарков. В хвойных деревьях есть полезные для организма вещества. Всю эту неделю елки можно привозить в столичный детский парк имени Николаева с 10 утра до 18 часов вечера. Кстати, в прошлом году горожане сдали около 150 хвойных деревьев. Но будьте внимательны, не забудьте очистить лесных красавиц от мишуры и элементов декора.